Добрый день, с нами Кирилл Антонов. Здравствуйте. Да, привет. Почему именно журналистика? Почему журналистика? Ну, наверное, это мое призвание, в конце концов. Если ты можешь что-то делать и делать это хорошо, то просто бери и делай это. Писать я начал с начальной школы. Я уже был самым юным из корреспондентов на съезде юнкоров. После этого началось долгое и тесное сотрудничество с нашей местной редакцией. 10-11 класс я проработал на них фрилансером. Так что какой-никакой, но опыт работы в журналистике я имею. Что вы можете предложить своим читателям? У меня очень... Свой бизнес или очернить чужой – это ко мне. Нужно собрать толпу народа в местном ДК на скучное мероприятие – это тоже ко мне. Я готов писать о чем угодно и про что угодно. Вы были свидетелем кровавого февраля 90-х годов. Это так? Да, это так. Я был там. Хорошее место, давай начнем. Раз, два, три, начали. Сейчас, в 1990 года, наши войска заняли позицию в этом здании. Мы ведем бой с вовеками. Пошли, сзади вроде никого нет. Да, вижу. Тихо, тихо, тихо. Никого нет? Так. Давай. Все, бежим, 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 давай, давай! И последний вопрос. В тот момент за вами наблюдала вся страна, но пленка о вашем побеге так и не была опубликована. Скажите, пожалуйста, как вам удалось все-таки оттуда сбежать? Ну, на самом деле, мне бы не хотелось это наши требования в течение 24 часов, мы убьем его.